Молодцы. Не забывайте и не подумайте, что вы одни. Мы вас любим, поддерживаем. А также хочу сказать большое спасибо организаторам, которые постоянно поддерживают тех, кому нужна помощь. Конечно, так случилось, что кому-то не повезло, но должны быть рядом люди, которые помогут, которые не пройдут мимо. Даже, скажем так, не буду смеяться, потому что есть такие люди. Но нужно помогать друг другу, потому что мы все люди, и у нас у всех должны быть человеческие качества. Поэтому спасибо большое тем, кто помогает, кто поддерживает, и, конечно же, большого здоровья тем, кто в этом нуждается. Спасибо всем большое. Да, и не забывайте, вы счастливы, так как вы живы. Вы живете, и с вами есть рядом такие люди. Все, спасибо большое. Iar acum vreau să vă prezint pe Aurel Sârghe, care ne va încânta cu o piesă. Aurel, ne poți spune ce piesă ne vei interpreta? Piesa care vei interpreta este despre măicuță. E de stil popular și adică tuturor mamelor care îngrijesc de acești copii o voi oferi această piesă. Nu sunt un artist, dar ca oricare persoană care susține, am venit și eu să susțin pe prietenul meu.